Первый вопрос, который будет задан каждому человеку после его смерти – «Кто твой Господь?». И, казалось бы, ответ очевиден – Аллах. Но каждый ли сможет на это ответить таким образом? Конечно же, нет. Но только тот, кто истинно знал и верил в своего Господа, Субханаху Та'аля. Аллах – Создатель всего сущего. Он обладает истинно, обладает всем тем, что есть вокруг нас. И Он обладает абсолютным знанием. Он знает, что мы думаем, что мы не думаем, о чем бы мы могли подумать. И нет никого подобного Ему, и Он не похож ни на что из своих, из того, что Он создал. И из-за всего этого Он один, единственный, достоин поклонения. Он один, единственный, достоин того, чтобы к Нему взывали и просили о помощи. И Он один, достоин того, чтобы на Него уповали и надеялись. Субханаху ва та'аля.